Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо нам яства земного в этот страшный и светлый час от того, что Господне Слово лучше хлеба питает нас, и залитые кровью недели ослепительны и легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу умереть. Словно молоты громовые или воды гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. Народ, кто кровь за отчизну свою прольет, да Бог не забудет наш русский народ.